Фестер! Приветик, Гомес! Ну, разумеется, избитый фокус с антигравитатом. Тебе не надоело? Неделя приколов! Ну уж в этом году победа будет за мной, Фестер. Ты все ставишь с ног на голову. Один ноль! Гомес, опять ты упал с кровати? Мы семейка Адамс, злобная, нам по нраву жизнь загробная, ну и все тому подобное, да! Ча-ча-ча! Ужасная мерзко. Лохматая зверски. И ласково дерзкая. Мы Адамсов семья. Мы семейка Адамс, злобная, нам по нраву жить загробная, ну и все тому подобное, да. Ча-ча-ча! Тяп-ляп! Новая семейка Адамс. Запомни, не сводить глаз с мяча. А вдруг я вышибу тебе челюсть? Удар будет засчитан. Отличный удар! Глаз-алмаз, Карамия! Попробуем завязать глаза. Дети? Уже в школу? Так рано? Без опоздания не жди наказания. У нас репетиция, ставим пьесу. Я буду ведьмой. Здорово! Я вспомнил свой первый школьный спектакль. «Жизнь Джорджа Вашингтона». Я играл ведущую роль. «Дерево в парке». Эй, Ice cold foot bath. Boy, I could sure go for one of those right now. This is gonna feel so good. Fester? Gomez? You're not still sore about my little practical joke, are you? Just a little. Feels good. Say, what are you doing with that sack of quick drying cement? You mean, what was I doing with that sack of quick drying cement? Гомес! Так, будет знать, как давать новые побеги. Чаю. Спасибо, Ларч. О, а где мед? Сейчас принесу, Кирида. Чудесный аромат, Ларч. Что ты добавил? Болотную жижу. Спасибо, дорогой. Ерунда. Пчелы-убийцы в убийственном настроении. Что-то стряслось? Вид, как после парка аттракционов. Наша учительница сняла нас с ролей. Но почему же? Она заставляла нас играть то, что написано. Но сюжет вымучен, диалоги скучны и поверхностны, а персонажи примитивны. Счастливые концы, фестиваль волшебных сказок. Ужас! Они инсценируют стряпню братьев Гримм. Какая пытка для маленьких детских душ. Mm-hmm.
Ведьму побеждает принцесса. Козлы нападают на троллей. Рыцарь убил дракона. Об этом необходимо сообщить куда следует. Это мисс Френч разрушила детские надежды. Я согласна с тобой. Ей нет оправдания. Насчет цемента это ты хорошо придумал. Но лучше бы замуровал меня в стену. Признаю, молодец. Думал, я опять попадусь на этот твой трюк с электрошоком. Даже смешно. Гомес, я пыталась подыскать хорошую пьесу, но все они гнуснейший поклёп на ведьм, колдунов и гоблинов. Неужели никто из писателей не воспевает мужество злодеев? Именно так. Бедная Уэнсди, она так этим огорчена. Как раз подобные удары по самолюбию толкают молодых особ на панель Мельпомен. Что вещь? Какая гадость! Какой-то юнец превращает очаровательнейшую лягушку в принцессу. Вот почему они ставят всякую дрянь. Другого же нет. Мне кажется, что я придумала выход. Пьесу я могу написать сама. Моим детям. Прости, что беспокою. Я зашел за этим. Да, я еще не приступила. Не знала, что муки творчества столь мучительны. А можно понаблюдать? Не сейчас. Хочу сосредоточиться. Ищу выход из творческого тупика. О, Ларч! Выведи миссис Адамс из тупика. Спасибо, Ларч. Мартиша, ты ничего не замечаешь? Обостренные чувства драматурга улавливают даже ничтожные перемены. Лысину надраил. Нет, смотри на меня. Зубы наточил? Нет, смотри на меня. Ты хотя бы намекни. Маникюр сделал? Мартиша, смотри на хламиду. Чужой размер. Спроси у Ларча, как и в чем он ее постирал. И в самом деле. Я сокращаюсь, уменьшаюсь, усыхаю. Ну, как твоя пьеса продвигается? Очень жаль, но нет. Все еще вдохновение жду. Хорошо бы случилось нечто трагичное, экстраординарное. Я усыхаю! Ну, ничего не попишешь. Наша жизнь такая скучная и заурядная. Гомес, Гомес, пора кончать с дурацкими розыгрышами. Со мной случилась неприятность. В чем дело, дружище? Смотри, я усыхаю. Да не выдумывай. Не смеши людей. Сядь-ка и успокойся. О, нет. В конец измельчал. А ведь и правда.
Срочно на растяжку, пока есть что растягивать. Я усыхаю! 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 Так-то. Еще! Еще! Тяните еще! Итого получаем 67 дюймов. Минутку! Это же есть мой полный рост! А вот твой плащ вырос размеров на 6. Плащ вырос? Гомес! Готовься к трудностям, братишка! О, знаю! Поднимается занавес. О, привет! Как успехи? Никак. Застряла на первой фразе. Видно, не дано стать писательницей. Что я могу тебе сказать? Если застряла, попробуй начать с конца. Какой бредовый совет. Точно. Ты готов? Конец. Все рыдают, слезы утирают. Фестер, ты гений. А я и не спорю. Если Гомес спросит, меня тут не было. С тех самых пор о веселом эльфе никто уже не слышал. Приветик! Вещь говорит, что я тебе нужен. Купил фотоаппарат. Можно тебя щелкнуть? Да, конечно. Только в невыгодном ракурсе. О, нет, погоди. Кажется, я догадался. Решила слепить меня вспышкой. Для приколиста ты все-таки еще очень зелен. Валяй, мой жалкий соперник. Мягкой посадки. А где Гомес? Я хочу, чтобы он прочитал пьесу. Он, по-моему, махнул в Китай. В Китай? Наконец-то, Гомес. Я все написала. Великолепно, Кирида. Надо отметить. Организуем лулау? Мальчишка-паучишка поднялся по трубе. Хлынул сильный ливень, снова он в траве. Солнышко пригрел. Спасибо. Но... Все. Но... Мы позвоним. Мисс Френч, боюсь, спектакль отменяется. Правление урезало нам ассигнование на искусство. Дети будут страшно огорчены. Да. Мисс Френч, господин директор, рады вас видеть. Мы хотим кое-что обсудить. Если вы о школьном спектакле, не трудитесь. Жаль, но наш спектакль отменяется. Денег нет. Деньги? И только? Хватит? Да, вполне. А что нужно? Мы лишь хотим, чтобы у детей была стоящая пьеса. Ладно. Я сама ее написала. Соглашайтесь на все. Надо пойти положить это в сейф. Что? Ну это же просто отвратительно! Чудовищно! Это гадко! Она ее оценила! Почему мой детонатор тут валяется? Гомес! Ты меня явно недооцениваешь. Гляди-ка, монетка лежит
небогат улов. Всего-то жирный мелкий воришка. Ого, а это еще что? Ой! Вот так. Мисс Френч. Мисс Френч, а я как раз работаю над продолжением своей пьесы. А продолжать, в принципе, нечего. Родители сочли вашу пьесу слишком кровавой. О, это лесть. Они запретили своим детям играть в спектакли. Остались только Уэнсди и Пагсли. А они же не могут сыграть все роли. Нам придется отменить этот спектакль. О, надо что-нибудь придумать. Искусству нельзя дать умереть. Но, миссис Адамс, кто же согласится участвовать в этом фарсе, кроме ваших детей? О, все члены нашей семьи грудью встанут на защиту искусства. Вы удивлены, да? У меня даже нет слов, как удивлена. Кого играть мне? Симпатичного монстра? Хм, ты дерево. Ну вот, на всю жизнь закрепилась амплуа. Дети, куда вы? Репетировать сцену пыток. Пытки? В пьесе этого нет. Премьера. Яблоку негде упасть. Скажи спасибо Фестеру. Это он поднял цену билета с $2 до 200. О, мистер и миссис Адамс, неужели эти люди заплатили такие деньги за билеты? Это мы им платили. О, Гомес, я так волнуюсь. Спокойно, у них недружелюбные лица. А это добрый знак. Гензель и Гретель, пьесу Мартиши Адамс. Я точно знаю, тропа где-то рядом. А, вот вы где, Гензель и Гретель. Проказники, шалунишки, сейчас я вас возьму и съем. Ни за что! Ты, великодушная ведьма. Вредная душная ведьма! И мы отплатим тебе за еду и ночлег тем, что сожжем твои кости дотла. Ох, как это интересно! А ну, пойдите сюда, гадкие, неблагородные звереныши! Громче кричите, истошней вопите! О, благодарю, 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 благодарю. О, мерси, моншер. Тише, французский, это уже слишком. Гомес. Вот так-то. Это ли не оглушительный успех?
So what are you going to write next, Tish? I've decided to give up writing Gomez. After all, how could I ever top that production? Oh, true. The principal called to say they've never received so many complaints. Congratulations, Gomez. You got the last laugh. You're the new Gotcha Week champion. How nice of you to concede so graciously, Fester. It'll make my gloating all the more enjoyable. But if you don't mind, I think I'll take that cigar. Ah, Fester, you still haven't learned from the master. Gotcha!